Давай я подержу. Или сверху, наверное. Ярослав, не все, так все. Умоляю тебя. Ну вот зачем было того? Ты видел, у нее она палочку прям подносила более плотно. Потому это слишком мало, она только прилепляет. Надо сделать потолще, чтобы побольше было магнита, чтобы он. Адрес был. Ну это ты ведешь с собой. Я понимаю, я показываю просто существование неких полей. Да. Это есть некие какие-то вот магнитные поля, про которые ученые говорят, что они якобы все знают, но на самом деле они мало чего знают. Такая энергия скрыта. И вращает. Да. И можно вращать большую массу. Даже не весь это будет столько. Это надо уже побольше брать магнитов. Одно это вот такое к ней уже не получится. Вот он сейчас будет. Очень удобная приспособа. Смотри, такая можно. Ярослав. Вообще можно это. Скажи пару слов. А? Скажи пару слов. О чем? Задайте тему. Как Черняев говорит. Какой вопрос, такой ответ. Дурацкий вопрос, дурацкий ответ. В чем смысл жизни? Ну, я его вывел для себя нести светлое, доброе, прекрасное. Кто-то называет это любовью, кто-то еще как-то. Следующий вопрос. Есть еще вопросы в студии? И спросить-то, я тебя никто не снимает. У Ярослава Старухина вопросик ему задать какой-нибудь. Да, задавай вопросик, Мишаня. Сейчас вот вся аудитория слушает этот ролик и думает, какой же он все-таки догадается вопрос ему задать. Я Олю жду. Мы сегодня были в бане, звонят люди вообще незнакомые, из других городов, говорят, спасибо, мы тебе там послали видео. Круто вообще, давай продолжаем, мы ждем. Что там 12 апреля? Следующий вопрос. У вас есть вопрос? Нет вопроса? То тогда смотрим на вращение магнитной фигуры. Этот кубик собран вот из таких вот магнитиков. Вот все по Рыбникову. Шар, дорогие друзья. Шарик. Оп. О, смотрите, вращается. Да, особенно от сына сколько. Да? Вот так вот создается огромное количество фейков, дорогие друзья, когда вы видите, что... Смотрите, самый простой вечный двигатель, дорогие друзья. То есть здесь вот снизу по рельсине ездит некий магнитик. А сверху находится некая конструкция, которая достаточно массивна. Вот видите, я уже включил любого магнитика. Она поедет еще? Да, сейчас мы это сделаем. Сейчас мы повторим. Ничего красивого.
Ну понятно, что снизу должен быть фиксирующий как бы центровик такой, понятно, да? Вот. И мы большую массу можем подталкивать, инерционность. Кстати, по инерционности непаханное поле и современная физика мало понимают. Это правую руку берешь, будет вообще. Вот так? Видите? На перемещении я трачу очень мало энергии, а вращается, достаточно большое. Так я же Мишу попросил поговорить. Михаил, вы все, закончили съемки? Да нет, конечно, не снимают. Это же удивительно. Удивительно? Удивительно. А еще была идея, что взять фильцевые магниты, которые Рыбников одевает на стержень. Он демонстрирует один магнит, второй магнит, третий, они такие в воздухе висят. А, беря вот эти магниты, я попытался их свести, они отталкиваются друг от друга. Попытка сжать их ни к чему не приводит, дорогие друзья. То есть вот сжать магнитики, да, невозможно. То есть есть некая упругость. Теперь чуть масштабируем процессы. Допустим, что магнитики побольше, и вот так вот они в воздухе висят. И они упираются друг на магнитное поле друг друга. Понимаете, да? Вот, вот как вот здесь. Вот я не могу сжать. Я сжимаю, и вот... А он не сжимается. Уловили, да? И вот магниты, они такие вот большие, блины. Вот блин от штанги. Представьте, вот перевернули штангу, тут блины такие магнитные. И достаточно небольшого одного колебания разового, чтобы блины такие все там заколыхались, как бы, пока они придут в равновесное состояние. Слушай, а как работает этот коллайдер? Он вроде на магнитах что-то разгоняет. Магнитами же нет? Я понял, хорошо. Ацуковский Владимир Акимович это неоднократно рассказывал, можно посмотреть. И купи его, не забудь съездить, да. Купи его на задачу съездить. Ну вот, понятно стало? То есть да. Блины на штанге вот так вот качаются. И по эти блины мы оборудуем устройствами только съема. Ну таким да, образом, вот эта инерционность шатается, да, а мы там собираем. Вес, большой вес может поднимать, да. Да, да. Второе решение вот мы нашли сейчас, когда снизу двигается магнит, на перемещении достаточно мало затрачивается энергия, зато здесь у нас может крутиться большая масса. Понимаешь, вот здесь крутится большая масса. И мы снизу проводим всего лишь вот так вот магнит, чик-чик, механическое воздействие. Но на это вот чик-чик будет уходить очень мало энергии. А здесь масса огромная вращается. Все, это самые простые вещники, которые могут собрать люди в деревнях. Еще. Магниты обладают огромной упругостью. Допустим,